Так, получится на ветру у нас Юпитер. 16 июня 2019 год. Харьков, 22:09 по Киеву. Все, Европу справа от Юпитера уже и не видать. Спряталась уже. Да, ну может нам... А нет, вижу, вон она еще. Малепусенькая. Самый левый спутник должен быть Каллисто, потом ближе к Юпитеру Ганимед, потом Ио, которого я тоже не наблюдаю. То ли Каллисто должен где-то дальше. А, вон Каллисто, вон он только сейчас к центру экрана приближается. Все, теперь все совпало. Все четыре ганимедовых спутника зафиксировали. А теперь посмотрим еще на одну красоту. Вот на вот эту вот красоту. Слияние Юпитера и полной Луны. О, ты моя хорошая. Разве не прелестно в одном кадре такое наблюдать? Полная Луна и Юпитер на ближайшем расстоянии от Земли за 13 месяцев. Ну, на ближайший он был 10 июня, 640 миллионов километров, сейчас 641. Это что такое, русский язык ко мне? Сейчас мы еще Луну отдельно снимем. Она того заслуживает. О, вот это оно. Если еще ветерок нам поспособствует и маленько попридержит себя в рамках приличия. Луна 360, по-моему, тысяч километров сейчас от Земли. Рукой подать. Мне до счастья рукой подать, подайте кто сколько может. А в час ночи, надеюсь, я выберусь поснимать еще и Сатурн. Сатурн, Юпитер, Луну. Формально полнолуние именно 17-го. Но уже не будет видно Европа. Европа будет спрятана за Юпитером. Все, напомнил ветерок о себе. В общем-то и так. Очень даже неплохо.
сообразишь, или уже все, отстрелялись. Ну, пускай будет так. июня 2019 года, Харьков, 22:15 по Киеву, 50-я параллель северной широты. Ну вот и хорошо. Вот тебе Юпитер, вот тебе Луна.